Виховання здорового покоління є основним завданням будь-якої держави. В Україні існує розвинена фізкультурно-оздоровча мережа. Спортивні школи, секції, клуби є практично у кожному населеному пункті. В Миколаєві кількість таких закладів важко навіть підрахувати. Серед них є клуби з багаторічною історією. Заснований у 1976 році Миколаївський міський дитячий спортивний клуб «Мужество» одним з перших в місті почав розвивати східні єдиноборства. Сначала было только дзюдо-самбо, ну, когда мы перешли сюда, у нас помещения сначала маленькие были, а потом мы немножко расширились и позволили нам открыть другие виды, это как айкидо, джиу-джитсу, карате, еще единоборства такие. Для девочек, для маленьких девочек у нас есть танцы. Спочатку клуб находился на балансе суднобудівного заводу имени 61-го коммунара. На тот период завод 61-го коммунара имел очень хорошую, надежную спортивную базу. Это физкультурно-оздоровительный комплекс на Тимводне, волейбольная и баскетбольная площадка в Кирхе, вот спортивный клуб «Юность», зал тяжелой атлетики на Адмиральской, сейчас там сапожная мастерская, к сожалению, дом культуры. Для того, чтобы все-таки добиться результатов, больших, хороших результатов, заниматься нужно с детства. Это, вот, знаете, как похоже, немножечко на государственный заказ. Вот родился ребенок, и нет проблемы, куда его отдавать. И такой проблемы не существовало. Пока существовал завод, был профсоюзный комитет, значит, завод перечислял в профсоюз только на культурно-массовую воспитательную физкультурную работу 1.5% фонда заработной платы. Это были очень большие деньги. Не считая, что все оборудование, тренажеры, спортивную форму, организация сборов, все это делал профсоюзный комитет. И вопросов у города, каких-то дополнительных средств никто никогда не просил. Завод вообще все организовал, эту инфраструктуру. Вот в 63-й микрорайон. Это все строил завод. Хватало денег на все. І на налоги, і на капітальне будівництво, і на оздоровлення дітей. У 90-ті роки великі підприємства почали відмовлятись від своєї соціальної інфраструктури. Після того, коли почалась демократизація общества, стали мінятися директора, мінятися, значить, председателі правкомів, вот. З легким серцем всі помещення, всі бази передали город. І Чайка, світла йому пам'ять, выделил вот это помещение безвозмездно, но на условиях, что нужно будет подписать договор на отопление, освещение. Потом нас передали в местный ЖЭК, тогда он назывался ЖЭК-13. Ну а в 2001 году ЖЭК, ну, все ЖЭКи начали отказываться от таких клубов, всяких пионерских комнат, и клуб получил свой счет. И полностью юридическую независимость. На то время коммунальные платежи были небольшие, и мы легко с ними справлялись. Все, что вы видите, все ремонты, все это делалось своими собственными руками за свои собственные деньги. Все ковры, да и соревнования нам как-то, ну, мы не сильно настаивали, чтобы нам помогали. Когда были заводы, помогал 61-й завод, он тут давал материал своих рабочих, и они делали ремонты. Ну вот, давным-давно 61-го завода уже нету, не приходится все это самим делать. Пока было финансовое положение в стране стабильное более-менее, мы могли как-то своими силами с этого выходить. У 2007 році керівництво клубу звернулося до адміністрації заводу імені 61-го комунара та Міністерства промислової політики України з пропозицією створити на місці колишнього дитячого табору, який належав підприємству, спортивну базу. Цією спортивною базою могли користуватися практично всі секції спортивні, які существують в місті, тому що, як такого, піонерського вже немає лагеря. А там площадка дуже хороша була. И совершенно незначительные нужны были деньги для того, чтобы этот лагерь восстановить. Вот. А даже не восстанавливая, 100 человек детей уже можно было завозить тогда, в то время. Вот. Завод согласился, Министерство промполитики согласилось, господин Круглов отказал вместе с Котвалюком. Нет, мы будем лагерь восстанавливать. Провалы дали 5 лет, ничего не сделали, вернули документы заводу. И когда мы глянули на этот лагерь уже сегодня, то там осталось 2 КАМАЗа кирпича.
При том, что было решение правкома и завода передать безвозмездно, без оплаты. Вот так, как передали Могилянку за 1 гривну, это же завод построил здание, то должен был быть Дом культуры. Что касается организации спортивной работы в городе, спорткомитет не работает. Они даже никого не слушают. Они должны были первые быть заинтересованы забрать эту Марьину Рощу и сделать ее базовым спортивным лагерем. Нет в Украине лучшего места. Просто нет. Чтобы была для гребцов вода, для борцов можно было там постелить татами неизвестно сколько, там можно было 3-4 дорожки делать для фехтовальщиков, там волейбольная, футбольная площадка, все это уже готово было. Но это просто тупо угробили. Ні суспільно-політичні події в країні, ні зміна юридичного статусу клубу не вплинули на якість його роботи. За роки свого існування клуб «Мужества» виховав багатьох відомих спортсменів, чемпіонів України, Радянського Союзу, Європи та світу. Первые шаги, первая школа борьбы с самбо-дзюдо я получил в клубе «Мужество». Ну и закалку такую, наверное, закалку, кроме спортивной, это воспитательная закалка, которая настроила меня на, скажем так, здравый образ жизни. То есть, кроме как клуба, других развлечений у меня не было. То есть, я не ходил там по дискотекам, не ходил по подворотням. А у нас был коллектив, тренер, который создавал этот Кондрашов Николай Николаевич. Он, к сожалению, его сейчас нет в живых, но он создал такую атмосферу здорового образа жизни. И я так понимаю, что до сегодняшнего дня этот клуб, эта атмосфера, она витает в этих стенах, и дети сюда спешат с улицы прийти сюда на занятия, постичь какие-то азы борьбы. Самбо, дзюдо сегодня здесь занимается, и айкидо, другими единоборствами. Вот, ну, я знаю, что в этом клубе, вот как я серебряным призером Кубка мира стал, неоднократным чемпионом мира среди ветеранов был. Здесь же воспитывались и начинали свои шаги, такие как мастера спорта международного класса Ольга Акуленко, чемпионка Европы. Я могу назвать ряд мастеров спорта, которые тоже Буряк Леонид, который учился у Владимира Белова здесь же в этом клубе. То есть порядка 10 мастеров спорта, вот 2 мастера спорта международного класса по борьбе самбо-дзюдо, я и Ольга Акуленко. Вот Соколов Андрей тоже начинал, чемпион Советского Союза в этом клубе. То есть, ну, довольно-таки большая плеяда спортсменов, спортсменов высокого класса. Хотя основная цель была это отвлечь детей от улицы, привлечь их регулярными занятиями спорта. Вот, и, наверное, я 100% уверен, что основная цель, она и сейчас такая. Я когда был маленький, еще выступал здесь на соревнованиях, боролся, приходил сюда, тренировался. Соревнования очень яркие впечатления были. Боролся, помню, здесь по 6 встреч, очень много. Ну, очень интересно было для меня это. Я занималась здесь, наверное, с 5 класса и до 3 курса своего института. Довольно долгое время. Вся моя спортивная карьера прошла в этом спортклубе. На сегодняшний день у нас есть 2 действующих чемпиона мира. Это 2 девочки, мои воспитанницы, это Петрова Лера и Грискова Анна. У клубе завжди панувала дружня, майже сімейна атмосфера. Мне было очень интересно заниматься борьбой, так как очень интересный вид спорта. Довольно-таки интеллектуальный, не просто, как бы, как часто считают, это как игра в какой-то мере. И очень было много друзей, у нас формировался коллектив, и очень в детстве, особенно в подростковом возрасте, это то, что держит нас вместе, когда есть коллектив, есть какое-то место, где мы собираемся и занимаемся тем, что нам нравится. Очень такие дети все сплоченные, мы были летом, значит, на спортивном лагере, все дружные, нету маленькие, взрослые, все такие одинаковые, равные. И болеет, вот особенно, когда мы выступаем на соревнованиях, все переживают, взрослые подходят, подбадривают, давай-давай. Ну, то есть мы очень довольны. Здесь атмосфера такая дружественная, все друг друга понимают, поддерживают, переживают. В общем, нам нравится. Занимается ребенок, ему 7 лет, Артем зовут. Занимается уже год. Очень хорошо, нравится, тренера хорошие, грамотно подходят, педагогика на высшем уровне. Детям нравится, они стремятся, бегут, с дома он выходит за полчаса, чтобы прийти на тренировки, позаниматься там ФП сначала, а потом они идут уже заниматься своими единоборствами дзюдо.
Ходим третий год уже к Николаю Андреевичу самому. Клубом очень довольны. Большое внимание ребенку даем. Есть достижения, ездим на соревнования. Соревнования у нас недавно были по Снегиревке. Приезжали и молдаване, и из других организаций. С Украины было очень много спортсменов. Соревнованиями довольны, мы ходим и видим достижения по этому клубу, внимание тренеров. До речі, батьки також долучаються до спортивних вправ у клубі. Аеробіка для жінок. Тому що маленьких дітей приводять і папи, і мами, і от мами захотіли, щоб щось таке відкрити. Ну, от відділ фітнесу і кілька там груп у нас йоги є. Мами в фітнес, папи приходять в зал. У нас хоч зал і небольшой такой, взагалі фізичної підготовки, але вони там вместе з дітьми, діти на коврі, вони в ФП там з штангою працюють. І батьки, і тренери впевнені, що крім фізичного розвитку дітей, колективний спорт має і виховну функцію. Вдома, в школі, все, ну, сам садиться, сам робить уроки. Тобто не треба ребенка там ганяти, заставляти, все, він це робить сам. Все це тут прививається. Родители очень часто жалуются, что вот у него неуспевание по математике. Буквально такой пример. У меня неоднократный чемпион Украины Олежка Гула. Родители не ходит ребенок в школу. Я звоню, в чем дело. Андреевич, у него очень много там неуспеваемости, двойки по математике, сочинения плохо пишут. Я говорю, приходи, приводите его. И вот ребята старшие садятся, давай, Олежка, книжки, тетрадки, давай задачи будем решать, рассказывай, как ты стих выучил. Ну, вот таким образом у нас идет работа. На жаль, сьогодні клуб, в якому займаються різними видами бойових мистецтв близько 300 дітей, під загрозою закриття. Після значного підвищення цін на енергоносії, спортивний заклад не зможе розраховуватись за комунальні послуги. Комунальні платежі ми в основному виплачували самі. Ну, от в останнє время ціни дуже сильно ростуть. І вже от 4-й рік, коли мы не можем расплатиться за коммунальные платежи, все время накапливается долг по отоплению. Ну, как-то еще выживали. Но сейчас, так как поднимутся цены, то мы просто-напросто не сможем оплачивать. Почему-то, ну, очень высокие платежи. За электричество и водоснабжение мы расплачиваемся очень легко. У нас все это экономно. Электропроводку мы провели свою новую, эконом-лампы поставили, поэтому с этим делом у нас очень просто. Но вот отопление, мы уже 40 лет клуба, и он никогда не плакался, не просил. Да и мы сейчас не просим о помощи, мы просто просим посодействовать, но выход нужен, потому что это не частный клуб, это клуб города, один из первых в городе, и клуб, который в рекламе не нуждается, его очень многие в городе знают. Ситуацией у клуба занепокоены и колишні вихованці. Я считаю, что данной проблемой не должен заниматься только директор клуба сам Андрей Николаевич, но и спортивный руководитель области. Если нет возможности в области, есть городской бюджет. Поэтому мы, кстати, в обществе «Динамо», у нас тоже есть детская спортивная школа, мы обратились в городской бюджет, и вот как бы 40% нам коммунальных платежей, тех занятий, которые благодаря поддержке городского бюджета мы получаем. Поэтому я думаю, что, может быть, в этом направлении нужно работать директору, идти больше беседовать с городскими властями, вот, все-таки в черте города находится, и добиваться своего. Проблема ускладнюється тим, що дитячий клуб – це громадська організація, і кількість можливих джерел її фінансування досить обмежена. Наші закони, почему-то, і положення в країні не дозволяють людям зробити те, що вони хочуть. Навіть, допустимо, ті ж депутати, ну, наші друзі, там, вони б з легкістю віддали депутатські гроші там, на какие-то мероприятия или же на какие-то хознужды клуба. Но они не могут, потому что статья, финансовая статья, юридическая статья, которой принадлежит клуб, почему-то не позволяет перечислить нам вот эти депутатские или бюджетные деньги. Это не коммунальное предприятие, мы не можем его финансировать с бюджета, первое. Значит, с другой стороны, мы понимаем, что при нынешнем тарифе, учитывая, что они работают, существуют на сборы родителей и тренируют наших николаевских детей, для них этот тариф неподъемный. Я понимаю городские власти. Я их понимаю, у них действительно нет денег, потому что
А местному самоуправлению это болтовня сплошная. Когда мне рассказывают, что это Яценюк, и он думает, что по ту сторону экрана сидят сплошные идиоты, которые ничего не понимают, это неправильно. Мы все это дело понимаем, мы давно уже забыли. И мы не хотим сидеть на шее. Оптимальний варіант – реконструкція системи опалення у приміщеннях клубу та встановлення індивідуальних приладів обліку. Але це потребує часу і значних фінансових ресурсів. Поки що міська влада намагається знайти шляхи вирішення проблеми на найближчий опалювальний сезон. Спеціалісти Ніколаївської ТЕЦ совместно посмотрять, при цьому поставлені дві задачі. А. С одной стороны, обеспечить санитарные нормы в раздевалках, как минимум. Б. Минимизировать затраты на оплату отопления. Техническое решение мне пообещали, что в течение недели дадут. Дальше будем двигаться в этом направлении. Надо искать, наверное, спонсоров, заказывать проект, переделывать систему отопления, так как они находятся в подвале, и система отопления завязана в целом с системой дома, ставить отдельный прибор учета и пользоваться той тепловой энергией в то время, когда это необходимо. То есть занимаются дети, прибор учета работает, тепло есть. Они оттуда ушли, поставили на минимум, чтобы не замерзла система отопления. Но для этого нужно проект и финансирование. По источнику будем думать. Но это не может быть, еще раз говорю, местный бюджет по закону не положен. Как временное решение было предложено. Те отопительные приборы в тех помещениях, где не обязательно отопление постоянно, их временно отключить, а оставить только отопление в раздевалках, там, где должно быть тепло, когда дети пришли, разделись и потом переодеваются и уходят. На это, в принципе, согласился руководитель подразделения. На это я нацеливал Николаевскую ТЭЦ. Специалисты посмотрят, насколько это технически возможно. Частично можно заглушить батареи, детки горячие, нам раздевалочку отопить, чтобы она была тепленькая, вот, нагрелась. В зале мы могли бы даже без батареи просто поддуть Равента радость в нашем доме. Подогрели, деткам не надо жарко, они двигаются и все. А в раздевалочку не притянуть, должно быть тепленько, и этого было бы достаточно. Станом на 28 жовтня ситуация у клубе с места не зрушилась. При обращении в городским властям никто не отказывается, все хотят помочь. Ну вот пока ВОЗ имени там.